Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников Амбруаз Дюбуа, французский художник фламандского происхождения из второй школы Фонтебло. Родился в Антверпене около 1543 года. Я пользуюсь данными, которые мне удалось найти в интернете. Данных очень мало, но вот все, что есть, я вам зачитываю. На него оказали влияние Никола дель Аббатис и Франческо Приматичи. Дюбуа писал в основном портреты и мифологические сцены. О жизни Амбруаза Дюбуа известно довольно мало. Уроженец Антверпена, дата его прибытия в Париж неизвестна. Что касается Фильбиена, он прибыл туда примерно в 1568 году. Дюбуа в первую очередь занимался портретной живописью. В 1595 году был назван королевским художником и получил несколько заказов на украшение интерьеров замка Фонтебло, где он оставался долгое время и сделал большую часть своей карьеры. Овдовев дочерью художника Маугра, в 1601 году женился на Франсуазе де Хуэ, дочери своего соратника Жана де Хуэ. В том же году он стал французом и посвящен в рыцари. Овдовевшая Франсуаза де Хуэ впоследствии выйдет замуж за художника Мартина Фримене. Дюбуа стал художником Марии Медичи в 1605 году. Его работы в основном представляют картины декоративного значения для замка Фонтебло. Умер Фонтебло в 1614 или 1615 году. Вот то немногое, что мне удалось найти о французском художнике фламандского происхождения из второй школы Фонтебло Амбруаз Дюбуа. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Смотрим работы.